Более полумиллиона населения Коста-Рики оказались лишены доступа к питьевой воде из-за прошедшего шторма Нейт. Системы водоснабжения повреждены сразу в трех регионах, поэтому власти организовали доставку и раздачу питьевой воды в некоторых населенных пунктах. Из-за шторма погибли 8 человек, еще 30 считаются пропавшими без вести. В стране объявлен трехдневный траур. В соседней республике Никарагуа шторм Нейт унес жизни более 20 человек, еще несколько пропали без вести. Сейчас Нейт усилился до урагана и приближается к побережью США. В штатах Флорида, Алабама и Луизиана введен режим чрезвычайного положения.